Ну, без нас вы умеете про отраль? Ну, конечно. Где у вас написано? Здесь превентивные заходы. Какие? Да, есть документы там есть при себе какие-то? Конечно. Где? План спильных заходов. А на лодку? В плане спильных заходов написано, а? План спильных заходов. Слышишь? У них там вообще ничего нету. Ни документов, ни документов по лодку. Знаешь, вообще ничего нет. Это лодка. Занимается браконьерством. Она выставляет рак, продает. А если вы им способствуете, чтобы, чтобы они поснимали свою матбазу просто, вы можете сейчас у них потребовать документы на управление маломерным судном? Сейчас, нет, подождите, сейчас вы требуете них, конкретно на воде у всех. Как это? Вы подъедете к каждому рыбаку-любителю и потребуете, есть, скажете, что подъехали на берег? Задействовано миллион лодок. Ни один не специалист в ихтиологии. Себе пограничники сами себе трают, вы сами себе. Давайте это беспредел. Ни одного, ни второго. Вот, у них так нет. Так оба браконьера, если оформляли. И лодка здесь без документов. Это я точно знаю. Способствует браконьерскому лову раков водная полиция. Ни одного специалиста, все браконьеры. Ужас. Ни одного специалиста по ихтиологии нету, ни одного образования. Они раки выпускают. Они соображают, что там надо их выпускать. Да. Лодка фирмы Кристалл Пивдень. У нас сидел сотрудник. Какой сотрудник? Мы же видели, что не было сотрудника. Это уже по словам сотрудника продолжается. Так, а это? Так у сотрудников нет права на управление маломерным судом. Нет. Сейчас следственная оперативная группа при нашем зафиксирует это все. О, це що за? Это вчерашні действия тут происходили? Куча раков. А? В смысле? Этикет. Не знаю, что ты приклеил. Это вы сами приклеили или вам кто-то приклеил? А кто? Раки в носе есть? А? Под поёлами. Здесь что, дно твёрдое? Это можно.
шарах есть? Сыпали вот так вот, высыпали. Не, вот тут раки есть? Там что-то шелестыч. Ну сейчас он на это подойдет. Садок с раком. Раки вот. Садку. Сложено аккуратненько все. Олег Олегович. Подойди сюда, Олег. Рома. Где Рома? Я ж там раки оказалось. Вот так вот выпускаются раки в живом виде, в естественную среду обитания. О. Роман, как вы это поясните? Вот. И так все в этих, а? В садку вот раки, кто туда положил? А? Сами же понимаете, кто положил, правильно? Кто? Ну, сколько у вас было осип в лодце? Тут не факт, что двое. Может, двое? Да, как поем. А третий там? Я третий. Полиция и лодка. Мы подъехали сейчас вдвоем. Как там раки оказалось, как поем? Получается, Рома совместно с Олегом положили их туда. Конечно. Правильно, Ром? Ну вот, вот два человека. Вам ничего не говорим, вы сами подошли. Отойди, выгони их, пожалуйста. Ты смысл? Полиции, залученный в полиции, выгони. Как это залученный? Там на видео, на видео есть. На видео есть. С кем вы работаете? С полицией? На видео есть. А эти люди кто? Это рыбоохранный патруль. Когда они подошли? Когда они были в лодке, вытягивали раколовки. У них полные садки с раком. Когда они к вам подошли? Когда они были на воде. Находились рядом с полицией, правильно? Да, рядом. Вы какое имеете отношение к этой лодке? Это в смысле какие? Это следственно-оперативная группа. Вызвана следственно-оперативная группа. Да, и что? Сейчас оформлять. Вы отойдите, пожалуйста. А они специалисты тралить раколовки? Я говорю, вы отойдите, пожалуйста. Вы знаете, что согласно правил чужие орудия лова трогать нельзя? Да. Мы оформим. Мы оформим. Оперативная группа и оформит орудие лова. А вы себе оформляйте ваши документы. Изымем лодку. Изымем лодку. Орудие лова, опишем все. Вы приказываете. А что отойти? А что отойти? А что отойти? Я сотрудник полиции. Да. Отойдите, пожалуйста, от лодки. До приезда следствия. А что отойти? А что это у вас за наклейки? А что отойти? Ваня, а где прикордонники? Где поверили? Вот, сейчас
что? Следователь примет решение, вы потом примете свое решение. Давай, Саня. Слушай, слушай, дорогой. У тебя попросили документы на лодку, твои личные. Ты что-то дал? Ты ничего не дал, не предъявил. Вот когда свои документы покажешь на эту лодку, тогда будет это твоя лодка. Будешь командовать и указывать. И на воде указывать органам рыбоохраны нечего. Так как мы выполняем свою работу. Не посвідчені мотористів. Даже у ваших сотрудников нет. У вас есть? Да. Покажите свою. Что вы запрятались? Чего вы запрятались? Володя. Что тут? А смотри еще сколько этих садков. Подраки. Вот это отойдите от лодки, бляха, называется. Отойдите от лодки. Под поёло все спрятали. Говорит, мы. Я был тоже в лодке. Раки травмированные все. До одного. У тебя тоже травмированные, да, раки? Нет, подмятые все под знаками. Вот так вот. Вы были в лодке? А, ну так с этого надо и начинать. Что тут ваш этот начальник ваш пришел тут рассказывает, что сотрудники полиции, что вы там делаете, отходите. А как она положила раки в садок? Как получилось? А так, чтоб... В смысле вытравили? Садок с раками? Вы же а раки появились так, чтоб потом было нормально. Сейчас пересчитаем орудие лова. Ох, это хорошее. Все раки травмированные, с икрой, период запрета, уже не жизнеспособны.
Алло. Да. Ага. Потому что счет. Еще как бы водная полиция тут. Якобы они не знали, но якобы они были втроем в лодке. Но как оказались, садки с раками у них под лодкой, ну, в лодке, внутри уже запрятаны. Они не знают. И как они выпустили людей тоже без права управления транспортом и т.д. и т.п. Короче. Все, мы прям тут на красной косе. Ну давай всех сюда тогда. Все, слышишь? Слышишь? Там вон, пограничники стоят километра 3 отсюда на катере. Морозятся, подходить не хотят. Да хе, наклейки ихние, блин. Говорят, где ты взял наклейки? Та там какой-то дядя Ваня дал. Ну пограничники он на воде. Че они сюда не едут? Путаются показания, что-то тут скрывают. А где третья лодка делась? Третья лодка где делась? Сами видели. Все прописано. Немножко бы было. А вот там уже раки уже обветрились, уже сдохнут. Так давайте будете составлять акт. Мы сейчас тех оформим. За браконьерство. Эту лодку. Нет, так мы. Так, а как вы можете объяснить, что здесь оказалось два садка с раками полных, под поелами? Не могу это. Но вы говорили, что у вас сотрудник ходил с ними. Вытрушивали раки. А как же здесь оказались раки? Под полом. Вот два садка полных. Я не видел. 40 рака. Не видел, не могу вам сказать. Тихо, полиция лодку пошкали. Ну так сейчас, там приехал сотрудник, сейчас следственно оперативно едет. Так мы по этим тоже составим. По этим составим? Нет, мы составим. Как здесь оказались раки? Без понятия. Ну не с вами, за лучей, с вами что было. Как они здесь оказались? Где? Полные поел и рак. Вот мы все на берегу. Штук 100 раков примерно. А как вот эти садки оказались здесь? Ну вы же были в одной лодке, а как они там? Тоже будет привлечен. Что сотрудник водной полиции присутствовал при браконьерстве. А вот, что это такое? И документов нет на лодке. Ну вы же... Ну мы можем сейчас посмотреть, что у них права есть? Вот вы сейчас можете, чтобы они показали права? Сейчас я задам вопрос, как сейчас будем разбираться. Ну потому что ни у кого нет. Как раки оказались в садках? Ни у Ивана нету, ни у двоих этих тоже нет. Получается у них одни права на две. Ну конечно. Правильно. Просто раки как оказались в садках? Под поелами. Под поелами. Ну, сотрудники полиции сказали, что них выпустят. В любом виде водоема. 100 штук. Какие 100 штук? Ну, я не знаю, ТВ сказали, да, 100 штук. То, что было, где 100 было, штук да, выпустили. А вот в садках послаживали садки, под поела поховали. Под поела поховали? Ну, конечно, вот, раки. Поховали, залезли с раки. Ну, просто видите, как вы выявили. Сейчас выпустите в живом виде. Сейчас оформим протокол на них. Они уже травмированы, они уже не жизнеспособны. Чего ты отлепляешь? Как же будет, уже все видно. А? А что ж вы отдираете? А? Ну зачем убирать? Ну так их зачем-то же вы прикрепили сюда. А? Приклеилось. Сейчас отклеим. Так а кто вам дал тебе такую наклеечку? Скажите, вот как
Ну, наверное, прикордонники. Кого, лодку? Да. Зачем? Моя собственная, чтобы что-то делать. А вы показали документы? Я могу показать. Ну так покажите сперва. А? Олег. Честный? Ну а что, кто сказал, что честно? Ну вот скажите. Ну кто сказал, что честно? Или что, ну подождите, подождите, ребят. Давайте подождем, давайте возьмем по сути. Ты меня конкретно знаешь или в чем-то видел, замешанным чем-то или как? Все такие честные просто. Конечно, все. Да, все честные. Ну видите, вам даже, честные. Видите, даже вам наклеечку дали. Ну видите, мы помогаем. Вы не можете, значит, мы помогаем. А кто вам сказал, что мы не можем? Наверное, кто-то сказал, наверное, или это лично можете, ваша информация? Наверное, вы не можете, раз мы помогаем. А что вы выбрасываете вот это весь в воду? Какая зачем? Разница, что я делаю, скажи. Ну как, это нарушение экологии. Вот, ну, ну кидают воду, кинь на берег, спали ее. 20, 21, 22, 23, 24. Карасика. 390 и 3 карася. И 3 карася. 158 и 4 карася. 7 карасей. У нас 290. 390. 390 и у вас? Хорошо. 7 карасей, да? 7 и всего 7, да? 548. Да. Карась. 7 штук. Что эти нарушители уже убежали? Прогресс 4 или 4М? 2. А? Второй 2. А, прогресс 2М, да? Просто 2. Просто 2. 4М. Флип прогресс, да? Пятьдесят, да? 50.
вас отправляете? Ага. На двоих. Это что вы? С протокол. Какой? Алло, привет, Дим. Такой вопрос. У тебя есть фотография документа Самойленко? Почему? Считать иммиграции, чтобы уже будет. Ну да. Уже пересчитал. Не, я имею в виду протокол парата. Ну точно, тут на косе. Ну конечно. И причем один рак. 25-50. Пацанчик. Салав на постанову. 500 штук. 500 штук. 548. 556. 15 гривен, по-моему, да? 25-50. Да, 25-50. А, 25-50. Олег, доходы есть у тебя какие-то? А дети до 16 есть? Ты что, сколько? Ираки приписываешь? Сколько? Один? Ну да. Денис, это Ираки и приписываешь? Ну, можно было, блядь, написать пацанам на то, без Ираки. Подождите. Статья 85, часть 4. За Ираки, за орудие лова. Кто вас выпустил? Нас? Да. Никто не выпустил, я помощь. Ну, вот поэтому и пишется протокол. Помощь, помощь кому, видите? Вам заборонено це робити законом. Заборонено? Ну, конечно. Ну, вам нельзя выходить на воду самостоятельно и тралить вот это все дело. Так и мы попросили помочь. Кто? Сотрудник полиции. Ну, вот, ну, пускай разбирается сотрудник полиции. Их не аббревиатуры. Зафиксировали, составили на них 200 рублей. Ну, запрошу. То есть пограничники с ними разобрали? Нет, еще стоит вопрос по аббревиатуре, где они ее взяли, как они ее нацепили. И вопрос к полиции, потому что они сказали, что вот, да, спильный диз пограничник. Ты говорят, мы не помним, мы с ними не работаем. Вот, одна машина, вторая машина. Так, черненькая и беленькая. Средняя. Ну, все пощеки. Диск через канцелярию вместе с видеозаписью. Понял? Да. Все.